Два человека пострадали и три погибли. Такова статистика дорожных происшествий с участием пешеходов с начала года. Привлечь внимание к этой проблеме сотрудники ГИБДД решили с помощью профилактической акции «Безопасный переход». С призывом соблюдать ПДД на улице города вышли и юные инспекторы. Соблюдайте правила дорожного движения все без исключения! Учащиеся 4-й школы внимание пешеходов и автомобилистов привлекали речевками и яркими плакатами. Также юные инспекторы раздали прохожим брошюры с правилами поведения на дороге. Памятки старались вручить и тем, кто, не стесняясь присутствия сотрудников ГИБДД и телевизионных камер, продолжал нарушать правила дорожного движения. Данный светофор у нас был установлен больше года назад, но жители до сих пор не замечают его и ходят на красный свет. И мы в очередной раз собрались с ребятами для того, чтобы привлечь внимание пешеходов к этой проблеме.